С двух сторон, так. Девчонки, ну расскажите про самый лучший день в вашей жизни, когда вы встретили меня. Как это было? Это было ужасно. Ужасно? Шучу. Значит, дело так было. Катя меня везла на доске, а Вика от нас убегала, потому что приревновала. Да. Мне можно, мне 16. Ей поэтому вот. И вот они до сих пор как бы счастливы. Театр импровизации в Адлере. Все, сейчас, девчонки, мы ненадолго расстанемся. Хорошо. С тобой на 2 года. Да, а ты там... Надолго. Успокой ее, ладно? Хорошо. Все, счастливо.